Здравствуйте! На телеканале «Мир Бурятия» прогноз погоды. В студии Галина Леонова. По данным Бурятского гидрометеоцентра, 29 ноября по республике ночью антициклон обусловит в большинстве районов морозную без осадков погоду. Небольшой снег пройдет местами по побережью Байкала. Днем натекание облачности, местами снег. Ветер западный 2,7, местами 9,14 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью 38-43 мороза, по Баргузинской долине минус 28-33. Днем 24-29 ниже нуля, местами до минус 20. По центральным районам ночью 28-33 мороза, в горах юго-запада минус 35-40. Днем 17-22 градуса ниже нуля, местами по югу и юго-западу до минус 12. По Прибайкалью ночью столбик термометра опустится до 18-23 мороза. По северному побережью минус 26-31. Днем 8-13 ниже нуля, по северному побережью минус 17-22. В Улан-Удэ без осадков, вечером небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 27-29, днем 18-20 мороза. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать. На дорогах города и республики накаты, на перевалах местами заносы. И о погоде на два ближайших дня. 30 ноября и 1 декабря в Улан-Удэ временами снег. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 18-20 мороза, днем максимально минус 10-12. На этом у меня все. До новых встреч и хорошей вам погоды!